She'll say an hour ago. Yeah, I know. No. No worries. And then, I'm more. Okay. You. Okay. And, I think it's chlorhexidine. Or swallow, okay? Yeah. Big swallow. So глотай сначала, глотай. Alright, Steven, we're going to pull some blood from your, your line. Want some of your juice? Сок хочешь? Гор. Сок. Вы. No? Вы. А. И тебе слава. She wants to hold it again. She may spill it, right? You want a straw, Carly? You want that? The straw? Yeah, maybe strong. Oh, that's sure. Hi, Karen. Hi, how are you? Good, how are you doing? Good. You want some more? Oh, and then for absolutely no reason, I always stop. especially when it's an anticoagulant. Mm-hmm. I don't think it means anything, but I always just stop it. Oh, go faster, just pull it. Oh, it is. Yeah, slam it in there. Want some more soup? No more juice. I'm food. You wanna, что ты хочешь? Что там есть? She wants to eat the food, right? Okay. No. Oh, not. She doesn't want soup. Чтобы не проела. She wants the different food? Tired of soup. Yeah, yeah, maybe that. I've been here, I've been eating soup. That's what she wants to eat. Ты ничего не пролила, не беспокойся. Как тебя зовут? Ты меня не узнаешь, мам? Нет. Ну ты что, меня не узнаешь? Ну маска же. Марио. No, Сэм. Маска же. Они все сами покушали. И мне не осталось. Ну, я понял. Дай. Do you want me to help you to feed her? I can feed her. You're welcome to if you want to. But yeah, I mean, I don't mind. Like, yeah. Они записывают, что я там кушала. Они... Пробуют, да кушают. Okay. Мне не остаются. Just want to make sure that she will swallow, right? So. Yeah. Okay. I'll just be right here too. Okay. Can you hold the phone? Ты что-то принёс? Да, я тебе пришёл, принёс пирожное такое. Just do like small bites too. Пирожные дадут. Пролью до постели. Не прольёшь, не прольёшь. Хорошая. Да. Окей. Okay. Can one of you kids run this up to Marcus or Jerry and ask them to send it down to the lab? Ну ты глотай, хорошо? Oh, yeah, you are. 1 o'clock, huh? Can I remove my mask for a second? Can I remove my mask for a second? Положи пирожки. Ложки. I am not. I'm done for a week. Yeah, you can go. You say it. No worries. Bye, Carly. Bye. Trying to eat? Ты глотай только, ладно? Глотай. Да, я голодный. На, попей. Не волнуйся. Правильно, когда проливают, они ругаются. Не ругаются, никто не ругается. Никто здесь не ругается. Кто не ругает? Okay.
what do we got? Applesauce? No. Pureed chicken enchilada. Oh my god, this one's awesome. Мам, ты меня узнаешь? Да, узнаю. Кто я? Самир. Ну вот, видишь. Окей, шири какая-нибудь. Давай. Такую глупость сказали. Надо найти друга. Какого черта друга? Кто меня возьмет? Конечно, возьмут, а почему нет? Где найду? Я тебе найду, хочешь? Найди. Чего ступань больше? I don't know about that in here. Make sure you swallow it. Я скажу, когда кончится. Я скажу кушать. Хорошо. Когда кушать. Захочу кончить. What's wrong? Yeah, poop. Okay. Yeah. Okay, I'll grab you. Sir, I have to help him. So I'm just, do you want me to stop it or do you want it? Okay, right, thank you. Can you tie around your mouth and swallow it in your mouth? No, no, they eat. Not to, not to. Они кушают, а мне ест. Нет. А, мам, Ульзана прилетает послезавтра. Послезавтра? Да. А зачем так? Она на день рождения на твой приезжает. О, да. Сейчас апрель. Апрельно у нее у детей каникулы, поэтому она решила приехать пораньше. Она с подружкой приезжает. Ну, пусть приезжает. Да. Дай. А какой сегодня? Сегодня среда. Она приезжает в пятницу. Пусть приедет, отдохнет, да. Да. Она тоже устала. Да. С детьми там. Да. Трое детей. Это все. Хоть бы будет иногда навещать. Да. Да. Ну почему иногда? Каждый день навещать будет. Да договоритесь. Да. Давай. Да. Can you put your... Ходит, да. Три раза в неделю получается. Это хорошо. Да. Дай. Давай. Нет, вот сейчас поговори, потом покушаешь. Что ты хотел сказать? Что там покушать? Нет. Есть еще? Есть, есть, много.
Что ты хотела сказать? Да вообще, покушать, да, хочу. Все. Why? Устала. Вот такой овощной салат с зеленью можно с овощами будет хорошо. Дай. Это же не овощи. Это как азербайджанское, как это вот с бобами, да? На плов. Нет, не плов. Знаешь, как вот бобы с курицей, да? Как это вот. Ну вот знаешь, такие бобы, как это называется? Ну да, бобы. И курица. Да, да. Немножко. Мясное. Мясной. Вот это хорошее. Так можно. Только надо лимонные это. Как? Я готовлю такое мясо. Ну, у тебя курочка, это хорошо. Мясо, это фасоль. Лимонная кислота, она в этом везде, она и в России, и это. Все нормально. Вот такое поездка. В Раньше есть она. Ну, если осталось, оставь тогда. Ну, еще возьми, еще чуть-чуть. Не воображай. Да. Не вы... Зелень, да-да. Хочешь зелень? Туда, обязательно. Давай сейчас попробую, чтобы ты с Туфаном поговорила, ладно? Да, папа, давай. Сейчас попробую Туфану позвонить, может быть, чтобы он с тобой поговорил. Давай. Еще одну ложечку. Дай. На, попей.
Так покушай сначала, проглоти потом. Проглотила? Да. Хватит, хватит. Я ухожу, наверное. Потому что она приходит. Нет, она приезжает, потому что у Эвы каникулы. И она хочет просто, она просто приезжает, надо, чтобы она на 2 месяца приезжает, чтобы твой день рождения справить. А? Вот в постели, да? Нет, ну тебя же выпишут на следующей неделе, ты же уже поправляешься. Да. Посмотрим. А. У тебя же день рождения через месяц. Эва, приезжай. Нет, она с подругой приедет. А да. Эва приедет с Валидом через 2 недели. А, вот. 3 детей оставляю. Да. Нет, они все вместе приедут, Валид с детьми. Да? Да, на твой день рождения. Хорошо. Да. Очень хорошо, да. А Ульзана просто приедет погулять с подругой. Да, хорошо. Давай. I'm sorry? Can you close the driveway? Oh, for me to sit there? Yeah, no, it's okay, no worries. Okay. Yeah, I'm doing fine, thank you, I appreciate it. But can you tell me, please, is she scheduled to do dialysis today or not? I'm not sure, I'm not the nurse. Oh, you're not the She's gonna come back, but it's kind of up to her because she didn't know if she wanted to or not. Oh, I see. I believe that they're going to come and check, but I'm not positive. Oh, I see. Okay. She has a good appetite today, huh? Yeah, this morning she did not want her meds or her food. Oh, really? But then she ate a little bit later when one of the doctors came in, and now she's eating a lot. Oh, I see. That's good. Okay. Есть больше. Yes, много. Are you okay? I'm going to try to go and take my lunch. Dialysis might be here between 1:30 and 2. Okay, but you will do a dialysis, right? She's scheduled, right? They're going to try. She said she didn't want to do it. Okay. So Dr. Hammes and I and your mom agreed that dialysis will come and she can refuse when they get here. Okay. But he did order it. Karen, can I ask you a favor? Your granddaughter wants to visit her today. Can you allow her to do that? I'm not the one that's in charge of that. And they're pretty strict about the rules. Mm. They usually only will allow more than one person if the patient is actively trying to pass away. Yeah, but this is what doctor said, no? Say again? This is what doctor said today. He told you he... She may not make she it may till not survive till Friday, correct. Yeah. But that's different than actively being imminently passing away. Right. And that's what the rules are. Okay. I'll tell the charge nurse, but it's ultimately up to them, the leadership of the hospital. Okay. Every single extra special case is okay decided upon. So it's not me, it's not my charge nurse, it's the upper people. Oh, okay. But I'll let her know. Okay, would you please? Okay. Обманываешь ты меня. Насчет чего? Насчет того, что я ухожу. Почему? Потому. Куда? Что ухожу? Почему уходишь? Ухожу куда? Почему? Да, должна пойти. Почему? С чего ты это взяла? Ну. С чего ты взяла? Потому. С чего ты взяла? Здесь же правду говорят все. Ну. Ну вот. А с чего ты взяла? Я не понял. Мы тебе уже место заняли в этом самом, в nursing home в Лохое. Да? Да. Это хорошо. Мы тебе место заняли в nursing home в Лохое. Чтобы тебе там физиотерапию делали. Да.
Это папе было плохо. Я там заняла место. Ты помнишь? Да. Ты помнишь, да? Да, я помню. Там очень хорошо. Ну вот смотри, ты хорошо, ты меня узнаешь, ты все делаешь, что ты про Ульзану все знаешь, что ты выдумываешь. Ты выздоравливаешь. Дай Бог. Да. Не ходи только. Ну вот тебе я поэтому всегда физиотерапию сделают и все. Волнуйся. Ой, сынок, ты мой родной. Я тебя родила. Я хорошо. Но это курицу все равно надо разрезать. Который час? Час дня. Дня, да? Угу. А, тогда, значит, впервые, пока не, наверное, спроси, было у меня диализ? Они тебя хотят спросить, ты хочешь сегодня делать диализ или нет? Значит, что если сегодня не делал? Пока не делала. А, ну если не делала, 2 часа. Да. Можно. Можно, да? Окей. Да. Только не прямо сейчас. Ну, через час. Хочу с тобой посидеть. Да. Да, хорошо. Uh-huh. Давай. Про синих вчера не делал. Диализ? Угу. I asked her about dialysis. She said she wants to do dialysis today. Okay. Whenever the person comes, it's just like a reassessment of what she feels then also, because she seems to change her mind a lot. Okay, okay. So it'll just be a conversation with them. Okay. And ask them if she wants to and they can try, but okay. А когда они будут это делать? Через час, да? Да. Okay. Давай. Давай еще, мам. У тебя сегодня хороший аппетит. У меня каждый день так. Просто они забирают. Да никто у тебя не забирает. Тоже. Сегодня отказаться. Это будет хорошо. Ну, это от тебя зависит. Ты хочешь делать или нет? Да. Если они чуть попозже могут. Да, попозже. Тогда да. Окей. Тогда можно. Hello. Yeah. Oh, hi. Are you hi. Here, doctor? I'm Dr. Boomready. I'm one of the medicine doctors. How are you doing today? So-so? Mm-hmm. Okay. And her daughter is on the way from Qatar. She's arriving Friday. I heard that. She'll be here Friday, I heard. Mm-hmm. Friday. She's arriving Friday, and she'll be here Saturday. Okay. And also, if she will be in a critical
because she's landing at the 4 p.m. and I'm picking her up at the LAX. Hopefully we will be in San Diego by 7 p.m. Yeah. But if not, can she visit here after 7? I will try to make an exception so please? She can, yeah, okay. She could visit even if it's late in the evening. Okay. I think that sounds reasonable. Yeah. I know. Please tell me сегодня. Okay, she wants to do the yellow. Okay. You okay? Okay. She wants to leave. She wants to leave. I know. In, well, that's what we'd like to talk to her, you know, to your sister about. Yeah, she wants to leave in the sense of, I don't think it's a good idea to tell her that she will not. Like, if she wants to leave. Because my understanding, the doctor asked her, do you want to leave? You don't want to leave? Mm-hmm. So she better not to know. Mm. Okay. I mean, I think, you know, usually for us, we like to give all the information so they understand and can make whatever decision they want for themselves. Right. So they have all the facts. Right. Because I told her the sister is coming. She's like, oh, she's coming because I'm leaving. I said, no, she's coming because it's your birthday next month. Mm. That's why she's visiting her. So. Yeah. And I told her that that she'll be moved to La Jolla Nursing Home to do physiotherapy because she's doing better. So I would like to keep it kind of maybe that way. Okay. See, my concern is that she won't understand, you know, how sick she is. Mm-hmm. So you guys, you know, or her daughter will be making decisions for her. Mm-hmm. So I'll wait to talk to her daughter and your sister about everything, and then whatever she decides, you guys decide together. It's fine. Okay. Yeah. I think she's right now a little confused anyway to make those decisions. Right. But can we move here? Let's say if everything's okay by this week. What's that? If everything is okay by this week, by Saturday, right? And I understand we have to make decision about hospice or something. Can we arrange here to have a hospice in La Jolla Nursing Home? Absolutely, yeah. Yeah, so that's the place, because I live next door to that place. Oh, okay. Yeah, it depends on, you know, if that particular place is available, if they have a bed, if insurance authorizes. So there's a lot of factors. Oh, okay. But the case manager can talk to you about that. Okay. If it works out, that'd be great. Okay. But wherever she goes, she can go with hospice. Okay. And they will provide all the care for her that she needs. Okay. Yeah. Okay. And then we can talk about whether she wants to continue dialysis or not on hospice. It's a little tricky to do that. Right. So we'll see. Okay. We can talk a little bit more. Okay. But she's full of life. Understood. Yeah, I know. Yeah. If she wants to. It's just, you know, physically, if her body is not tolerating it, there's not she's much not giving up. So, no. Well, we can do. Yeah. I'm so sorry. What happened? So, we'll see, okay? Okay. Thank you. I appreciate it. Of course. You're welcome. Ну ты слышала, да? Я ей сказал, что мы тебя в Лахою, в Nursing Home хотим перевести, да? Да. Вот. So, Gary, are you able to kind of give me На тебе вот Эллен салат. Эллен сделала тебе салат. Вкусный очень. Я вкус потеряла. После этого. Ну, ты слышала, да, что я с доктором говорил, чтобы тебе перевели, чтобы тебя в Лахою, да? Да, сюда. Только чтобы не там, где много. У них там разделяется. Нет, мы тебе сделаем отдельную комнату, чтобы ты делала физиотерапию. Ладно? Да. Там хорошо. Просто я была тогда. И там есть комнаты, что по 8-10 человек. Сейчас, подождите секундочку. Потому что сейчас ты вообще уже Ульяна прилетает, чтобы быть со мной. Ну, а что, плохо? А что в этом плохого? То, что я уйду. Почему ты уйдешь, я не понимаю.
Она приезжает, потому что у тебя день рождения. Я запачкала. Нет, 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 все чисто. Почему ты так решила? Она приезжает, потому что у тебя день рождения. У тебя же день рождения? Да. Ну? Она же в прошлом году тоже приехала на твой день рождения? Да. Ну, и сейчас едет на твой день рождения. Мы же готовимся к... Она мне еще месяц назад сказала, что она к тебе приедет на день рождения. Посмотрим, что Бог даст. Да. Все, и потом я доем. Ну, еще одну ложечку Эллен салата вкусного. Вот, покушай. Вкусный. Все-таки Элла тебе сделала. Ладно, не обижайте. Он тоже одинокий, нет, больной. Не волнуйся. Не волнуйся. Она мне тоже говорит, что, говорит, я одинокий. Никого, говорит, у меня нет. Кто говорит? Кто? Он тоже одинокий, никого нет. Его тоже так же, как я. Серж, мы разбросали кругом идиотские, сперва радовались, а сейчас такое вот ужасно. Все. Давай еще одну ложечку. Не могу больше. Ну, нет, так нет. На, запей. Устала? Да. Ну, может, поспишь? Нет, я не спать не хочу. Вот когда после диализа, да, вот время диализа, хочу отдельно, а так не хочу. Все убили, Сэм. Это мы всех доелись. She's a nice lady and she wants to help you out, Gary. But she can't help you unless she knows more.
That's something over there. Ты знаешь, да, что у тебя есть вот коктейль, шоколадный коктейль? Да. Хочешь? Сейчас нет. Okay. Я наелась. У тебя здесь какие-то вкусные штучки есть, тебе, наверное, Элла принесла. Что это? Не знаю, сейчас открою. Подожди. Что ты хочешь, Алиса? Я поправлю. Да, что? Я поправлю. Поправлю. Смотри, какая красивая. В общем, мы в Лахое тебе место зарезервировали. Да, вот ладно. Только я, где много человек. Нет, отдельную комнату. Да. Ладно. Двое там. Да. Русские. Ладно, мам, давай, я пошел. Ладно. Элла придет, ладно? Спасибо. Давай, тебя целую. Давай.